В Доме культуры города Гагра благотворительным фондом «Мир детства» был организован концерт, приуроченный к Международному дню защиты детей. Одной из главных целей благотворительного фонда «Мир детства» является поддержка малоимущих и многодетных семей и организация различных мероприятий для детей, в том числе нуждающихся в медицинской помощи. Так, в канун Международного дня защиты детей по инициативе президента фонда Людмилы Хагба в Доме культуры города Гагра для детей был организован концерт. По словам президента благотворительного фонда «Мир детства» Людмилы Хагба, проведение подобного рода мероприятий необходимо и важно. На концерте дети выступили с праздничной программой. Они пели, танцевали и читали стихи. Концерт завершился рукоплесканием довольных зрителей.